А, смотри, где нас поставили. А, теперь все поймут то, что мы проходим игру после перерыва, потому что ты в конце видео вон там стоял около верстака. Ай-яй-яй-яй-яй. Опять сбой соединения, господи, нет! Нет, не нужен сбой соединения. Плохие первые шаги в этой игре, которая начинается со сбоя соединения. Ты еще здесь? Угу. Я пугаюсь просто, когда ты молчать начинаешь. Пойдем в лифт скорее, давай войдем друг друга. Может, там особая секция сбоя соединения. О, тут можно лифт убирать. Уровень. Так, только на второй можно. Мы сейчас едем на второй этаж, запомнил? Я думал, можно лифт выбрать. Поехали на грузовом. Это тот, который тележки катает. Нет, там надо пианино возить. Надо взять за правило уничтожать вот эти вот дырки. А то мало ли нам придется сбегать с пианино отсюда. Придется пианино сразу туда наверх закидывать. Если мы заранее уничтожим эту решетку, то мы сэкономим время. Пошел нахер. Чтобы поделиться... Хочешь, я поделюсь с тобой предметом? Игра говорит, что я должен поделиться с тобой предметом. Смотря каким. И мне тоже говорит, но я с тобой не поделюсь. На тебе маленькую аптечку. У тебя еврей. Я не... Я тебе додал самое... So sweet. Я тебе... Еврей дарит подарок. Вау. Что ты делаешь? Зачем? Ты мне назад аптечку отдал, да? Окей. Отлично! Отличные подарки мы подарили друг другу. Давай передаривать его постоянно. О, я нашел запись. Лэбоут! Welcome to the ass end of the universe. Okay, everyone, time to shake the lead out. Sikowski, hail Admiral Graves. Там маленькая аптечка. Блин, забыл запись включить. Да насрать. Я с ним здесь включу. Меня колбасит. Не, просто ладно, люди... Мы сделали этого шага. Люди, знаешь, подумают, если я не буду смотреть твою запись, то они подумают, что я какой-то параноик, разговариваю сам с собой. Подожди, я взлом делаю. Во, вот здесь надо взламывать. Смотри, что ты сейчас видишь? Ничего. Взлом, медленно вращайте что-то там, пока не появится голубая точка. Но, судя по всему, мне надо тоже что-то делать. Нет, тебе не надо. Видимо, да. Видимо, мне просто нечего делать в это время. Ай-яй-яй, больно. Подожди, подожди. А что, все что ли? Взлом закончился? Эй! А, нет, можно. Подожди, подожди, я сейчас. Короче, нужно водить мышкой и находить в нужные места, в которых надо тыкать левой кнопкой мыши, все. Три раза это надо проделать. It looks like our shuttle's in the aft section of the ship. I'm updating our locators now. What the fuck? У меня FPS упал. If we can get it spaceworthy again. What the fuck? Oh my god, diagnostic, it's a real piece of shit. Wow. Wow. Сбой соединения был, да? I can get it to fly. Ага. Yeah, sure. We'll make this work. Заставим эту работать. Ну просто потрясающий седьмой класс перевод. Перевод седьмого класса. Не убегай от меня, мне страшно. What the fuck? Starbuster! Я хочу поиграть. Отойди, я тоже хочу. Я в тебя буду закидываться тогда. На, лови коробку, на подарок, на подарок. На, обернись, обернись. Обернись, обернись. Черт, я в тебя не могу кинуть коробку даже, представляешь? Вот настолько я еврей. Я просто отбил. Ты отбил? Отбей. Че, нельзя поиграть? Говно. Не. Говно. Я пошел отсюда. Я золотая рыбка.
Я золотой еврейчик. Я тебе не дам спуститься, понял? Ладно, спускайся. Так и быть. Ты пропустил все самое интересное. Там кто-то был? А, слева много. Я только что врага коробкой сбил, в которой лежал лут. Сзади еще. Его так быстро убил? Окей. Ах да, мы перезашли в игру, и нам дали парочку оружий, которые давали по предзаказу. То есть их просто поздно выдали. Вот, и мы потом посмотрим, как они выглядят. Используйте кинетик, чтобы бросать канистры. Какие канистры? Канистры? Какие канистры? Или каким голосом это надо говорить? Какие канистры? Ну тут были канистры, я их просто сразу расстрелял. Я просто вижу что-то красненькое, и мне хочется расстрелять. Поэтому коммуняки поганые, они всегда страдают. Осторожно. Я сверху тебя прикрываю. Ты просто мне не дал спуститься. Я забочусь о тебе, неблагодарный. Что это было? Вот так надо. Ты плохо с ними. Ты плохо с ними срабатываешься, понимаешь? У тебя как-то плоховато. Все у меня хорошо. А как ее. А, точно. Отдай мне! Отдай мне! Отдай! Сволочь! А тут можно друг у друга забирать коробочки? Не. Так, я так полагаю. Я знаю, что было в первом Dead Space. Че, знаешь, что было в первом Dead Space? Там можно было открывать некоторые секретные двери. Опаньки. Можно было открывать некоторые секретные двери при помощи ключей, которые ты мог находить ранее. Бот. Ты с ботами играешь теперь, понял? Эй, я тоже хочу. Что это такое? А, во. Вот для чего тройка нужна была. Удержите кнопку, правую кнопку мыши и двигайтесь по радару для использования. Удерживайте левую кнопку мыши. Ага, понял. То есть вон там что-то есть по центру. Все. Нажимай левую кнопку мыши, он найдет. Вот ищет ресурсы и сгружает их на станок. Потрясающе. А чё, их нельзя забрать? Искать тонует. Ну, наверное. Что ты делаешь, поехал, малыш? Хоть куда-то. Малыш, куда ты едешь, малыш? Малышок. О, мы тоже поехал, только не туда. Малышочек. А, вот здесь он ищет. На станок, видимо. Его забрать-то нельзя? Нельзя, похоже. Кадиров там, задача там, станок там. Впереди станок есть, то есть посмотрим, что за шокеры. Ой, такой маленький, хорошенький, посмотрите. Ой, няшечка. Няшечка, версия 3. Что ты делаешь? Отойди оттуда. Отойди. Сзади. What the fuck, что там происходит? Маленькая тварь. Раньше это, кстати, были младенцы, сейчас это собаки. Вот эти вот монстры, которые стреляют тебе щупальцами. Раньше это были младенцы. Младенцы это страшнее. Нет, не страшнее, они глупее выглядят, если честно. What the fuck. А, этих надо убивать, потому что это только что был враг, у которого была большая такая. Большой такой прыщ. Да, желтый, да? Херня. Если он подойдет и ударит, то это будет. Это будет больно. Сзади. Я зад буду держать, если что. Подожди, тут сзади что-то выпало. Я должен взять. Я не буду. Надо держать мой зад.
Не, ну вдруг он у тебя обвисший, я не знаю. Ой, фу. Нормальный. Нормальный. Это... Что за... О, нет. Нет, твари, твари на меня напали. Так, станок надо взять. Давай каждый возьмет что-нибудь. Одно. Гидравлическое оружие дали, тяжелую стандартную станину. Спитфайр. Так, ну чё, кто берет шокер, кто ПП? Да насрать, давай возьмем по три сначала, и то, и то. Ну я возьму ПП, посмотри. Здесь, рядом со станком. Сейчас я посмотрю, что это такое. Я взял ПП. Это обычный пистолет-пулемет. Ну а да, что я ожидал от ПП-то? Да. Саньё. Говнище ужасное, по предзаказу давали. И это, кстати, эксклюзив Origin, окей. Шокер. Херня какая-то, если честно. Ну ты хочешь, бери, а я поставлю себе назад свое оружие, которое я... Которое Подожди, у меня было. Так шокер у нас так, получается, был. Ну нет, шокер у нас... Ну, получается, да, что-то похожее. Да, я все понял. Нет, лучше взять дробовик, мне дробовик больше нравится. А, тут же можно аптечки переложить, кстати. Надо переложить половину аптечек, а то у нас как-то их многовато, ты не думаешь? А я продал почти все. Зачем? Нахрен не нужны. Так, станина. Так, у нас ничего нету, никаких насадок. Вот подборщик патронов. Автоматический подбор лежащих рядом боеприпасов можно сделать. Лишний патрон. Предохраняет вас от урона при работе со взрывчаткой. Используемые вами стазисные батареи также подзаряжают и напарника. Вау. На это надо 35. Блин, а как разобрать это оружие? Разобрать? По-моему, надо нажать на него и разобрать. Увеличивает радиус действия, ставится. Мне нужен вольфрам. У тебя есть вольфрам? Нет, у меня вообще ничего такого нет. Нет, надо оружие выбрать и его при помощи модификации. Сейчас, подожди, скажу. Ты еще не разобрался как? Все, разобрался уже. Ладно, пусть будет так. Или не так. Ладно, насрать. Так, погоди. На чертежи ничего не хватает пока что. На чертежи дофига всего надо. Темп стрельбы можно увеличить, кстати. Я хочу... А, карабина. Во. Ей! У меня все круто. Ну что, ты готов? Продолжать битву. Погоди. Так, ну может все-таки взять шокер, посмотреть, как он работает, или пистолет-пулемет. What the fuck? Это что ты взял? А это я чё... разобрал шокер и прихерачил его на пистолет-пулемет. И чё, даёт? Только за каждый удар он у меня снимает патроны. Отлично. Ась, то есть, подожди, можно же точно шокер разобрать? Блин. Ладно, мне пока что это оружие нравится. Так что пойду-ка я с этим.
Ну или что не взять. Сейчас надо посмотреть, что можно сделать. Три-три. А как я буду... Как я могу делиться с тобой чем-нибудь? Понятия. Минарно через инвентарь передавая, хотя хрен его знает. Может быть. Подожди, у меня был пистолет-пулемет. А где пистолет-пулемет, который... А, вот он. Шокер. Говори, шокер разобрать? Ну, как хочешь. Может, все-таки взять... А, ну, ты только что сделал из шокера пистолет-пулемет, да? Ладно, я пока что с этим покажу. Я из шокера и пистолет-пулемет, короче, объединил. У меня оружие, которое бьет по вблизи, бьет по площади, и оружие, которое помогает отрезать конечности, если что, убирать монстров от меня. Пойдем. О, можно делать аптечки. Нахрена тебе аптечки? Можете дать аптечек? У меня просто дофига их. Тут есть. Не, у меня тоже есть. Можно стазис батареи делать. Ну да. Это с самого начала там было. Камон! Я не видел. Так, это по тебе. Мочи их. У тебя пистолет-пулемет есть. Мелких мочи ты, потому что у меня это... Дробовик только. И плазморез. What the fuck? Ноги разрубаем, ноги. Не стреляй в голову. Урон, конечно, есть, но не так много. А так видишь? Уронил, и он медленнее становится. Вот тут стазис можно зарядить, кстати. И патроны взять. Да у меня есть. Черт! Сзади! Ладно, я разберусь сзади. Ах ты ж гад! Я вообще не еду. Да, надо несколько раз Е нажать. Сориентировался. Чтобы тебя, чтобы поднять. А там сзади, спереди все были, надо не дать себя в угол зажать, видать. Бот ждет на станке. О, бот ждет на станке, мне сказали. Пойдем на станок, сходим. Пойдешь? Да, бегу. Как раз бота заберем с собой. Ботик, где ты? А во. Ух ты, нифига себе он нашел. Он еще какую-то карточку нашел. У меня даже три. Ну вот, а что за карточки, мне интересно. Ладно, ресурсы забрали, пойдем. Надо бы куда-нибудь поставить. Вот тут написано, что он здесь может поискать. Нет. Идешь? Гоу-гоу-гоу! Не знаю, где его здесь можно поставить. Ну ладно, видимо, нигде пока что. Видимо, дальше надо пройти. Если увидишь, что его можно куда-то поставить, скажи мне тоже, я поставлю. Окей. Это что за херня? Что ты сделал? Что ты сделал? Запустил. Ты опять все сломал! Все починил. Разблокировать вагонетку надо. Что заблокировал путь вагонетки? Пойдем. Ай, там мобы. Там мобы, там страшно. Там много засранцев. Ха-ха-ха-ха-ха!
Ну как забавно со стороны смотрится, уходит! Да не нажимай-то как можно больше. Вот еще бегут. Я не то оружие. Вот. Нет, вот здесь ничего не может искать. О боже, от слева и конечности. Нет, 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 бота не хотел ставить, не хотел его ставить. Мне надо щупальца отстреливать. Так, я бота зря поставил, я случайно его поставил. Из нее всегда попадает, кстати, что-то полезное. Да, коробка запчастей, кстати, выпала. Содержит ресурсы и редкие запчасти. Ой, робот! Робот, смотри, какой маленький, хороший! Ты где? Ты... Блин, я тут... А как ты его поставил? Мне... Да нет, его не надо здесь ставить, я поставил его случайно. Просто левую кнопку мыши нажал, прицелился и левую кнопку мыши нажал. Ну ладно, пусть остается здесь тогда. Насрать на него. Я назову его Билли. Я люблю всех называть Билли. Виспа Билли. Давай я тебя тоже буду Билли называть. Хочешь? Нет. Такой расписной костюм, как будто тебя кто-то поцеловал в подбородок много-много раз. Вау. Ты скажи, как тебе графон? Он уже лучше, чем в Operation Raccoon City? Ну, получше, по идее, да. Ну, по крайней мере, не тормозит у меня ничего. Вот у меня тоже. Подожди! Ну что ты делаешь? Не тыкай кнопочки, пока все не проверено! Где ты? Что ты делаешь? Серега, где ты? Что ты делаешь? Там головоломку решить, но я не понимаю, в чем ее смысл. А я сражаюсь с мобами! Поможешь мне, чтоб мне? Так один должен делать эту херню, а другой сражаться с мобами. Не, ну можно, наверное, по очереди как-то это все делать? Ты должен... Что ты делал? Я чуть не кончился! Тут больно! Приди ко мне, помоги мне, мать твою! Я сейчас сдохну, скорее! Что ты делаешь? А я не могу выйти из нее. Тогда быстрее! Быстрее, не делай так! Что ты делал? Не нажимай кнопочки! Я сначала думал вообще, что с ней делать. Так а в смысле не нажимай? Ее все равно надо было бы... Так я еще... Я ресурсы не собрал! Кинезис не перезарядил! Там еще два ящика были. Ну это вообще аудиосообщение. Давай аудиосообщение, дослушаем сначала. Сжатая импульсная волна. Алло, гараж, аудиосообщение-то будет, нет? Я только что нажал. О, боже, а. Нет. А вот здесь станок есть. Фу, подох. Фу. О, мне бот опять что-то нашел. А, нет, все то же самое. Окей.
Ты понял, ты разобрался, что там надо делать? Ага. Ну давай тогда. Боже. Давай скорее. Иду, иду. Хочу кинуть мины. Говно это оружие. Вау, у меня глючит там все как, а? Ай, больно. Еще два. А, господи. Давай скорее. Один. Все. Убивай их, чертям собачьим. О, это было напряженно. Еще. Я справа возьму. А ты слева бери. Страшный. Тут плевальщики пошли. Подлечись. Не могу. Не успел. Сзади. Может прям на ходу подлечиваться. Чё на них, кстати, с ней действует? Ай-яй-яй, тварь! Помоги мне! Помоги мне! Да какого хрена? Я Е тыкал как мог! Это опять, опять херня началась! Е тыкал как могу! О боже, только не надо заставлять перепроходить снова эту головоломку, а? Тогда ты будешь ее делать. Я не хочу. Она не сложная, просто тупая. А, все. Окей. Не давай себя схватить. Самое главное. Слева. Где моя грёбаная импульсная? Где мой статис? Я что, все израсходовал, что ли? Похоже, я все израсходовал. Да, я весь статис израсходовал. И аптечки тоже. Почти что. Охереть. Охереть. Так, подожди, надо забрать одну батарею. Нет, не сюда. Все. Обосраться. Hey, Commander. You there? Да, это мы уже слушали. А, нет. Козёл! Безбилетник сраный! Ну, приехали! Довольно-таки неплохо. А это все из-за чего? Из-за того, чтобы не сломали эту сраную решетку. Ну, прокатились на вагонетке, это все из-за тебя, понял?
Нет, во всем виноват ты. Я инвентарь не могу открыть, потрясающе. Трансмедная служба CMS Терранова. А чё, это не новая глава? Нам просто сказали, где мы находимся, что ли? Ну, видимо, нет. Подожди, тут аудиосообщение, давай послушаем. Давай. Не надо мне в попу трогать. Иди сюда, потрогай еще. Ном. Ноги твоей не будет в моем доме. Идем. Там закончилось все. Hey guys, if you're running low on ammo, don't forget your kinesis module. Here, I found this recording when I was stuck on Titan Station. Че это за херня? Телевизор. Okay. И на стой, классно. Понял, да? Watch. Где? Он телек показывает. Я пройти не могу. И все будет кинеть, чтобы схватить и метнуть в цель конечность врага. А я могу пройти. Это, видимо, я теперь тоже могу. Это, видимо, я просто стал так хорошо. Хотя ты вроде впереди меня был. Как он разлетелся только что. Ты готов к этому? Ты готов? Погоди. Здесь давай. Аптечки валяются справа от двери. Я их разбил, я их уничтожил. Подожди, так мы же здесь были уже. О боже. Были. Так подожди, мы же вроде подня... Я уже не знаю, где мы были, где нет. Так какие-то слишком задротские. Мы, по-моему, здесь снизу опускали. О-оу. Ой, я, наверное, наверху. Спасибо тебе. Не за что. А, какой хер, я не спускался. Опять эта херня. Похоже, нам надо бежать. Бежим, его нельзя убить. Он регенерирует. Смотри на него, я буду сзади убивать. Смотри на него, смотри, чтобы сзади не подбежал. Он восстал, а не он сдох. Если что, кинезисом. Его... А не-не-не, он не сдох, он упал просто. Он регенерирует, если что, он нас может догнать. Ему можно отпилить конечности. Бежим. Бежим, пробегай мимо. Он у меня ударил все. Скорее. Ты сдох? Ну, в смысле, я сейчас сдох. Пойдем. О, пасибки. Ты аптечки юзай. Что-то пропусти было. Мочи его! Скорее сюда. Замазил. Надеюсь, он не может... Он не сможет пробиться, да? Подожди, не открывай дверь. Не открывай! Он лагает. Вроде бы все, бежим. Почему музыка тогда такая? Ну мол, о боже, ноги и бежим. А вот сохранение. Нам надо до вагонетки добраться, быстрее до вагонетки. Останови, сзади, смотри, сзади, где он?
Вон ползет. Нам надо сесть в поезд. Поезд. Поезд ты видишь где? О, говно, он далеко еще. Надо от него отбиваться. Вау. Дай. Ай! Ой, скоро придет! Мочим говнюков! Двое! А, да ёб! Да что за херня-то? Сколько ж можно? Лечись, лечись! Скорее сюда! Скорее! Внутрь! 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 Нажимать кнопку. Так, куда нам нос? А куда нам надо ехать? А куда нам надо ехать? Тут нос. Да неважно, тыкай кнопку, а не там. Центральная, во. Но это единственное, куда можно было поехать. Сейчас еще будет, как в этот в Resident Evil.